История пальто насчитывает более 150 лет. За это время менялись цвета, фасоны и стили. Этой осенью в тренде пальто свободного кроя в клетку. Самым таким must-have'ом сезона будет являться пальто в клетку, которое создает эффект пледа, а также оттенки рубинового, сапфира, ну и изумрудные, то есть оттенки драгоценных камней. Пальто должно быть абсолютно свободного кроя, то есть создавать определенный комфорт при носке. Самым ярким примером этой осени будет пальто свободного кроя на манер мужского пиджака. То есть это пуговицы двубортные, ну и такой вот простой, абсолютно свободный крой. Что касается ткани при выборе пальто, то в предпочтение, конечно, шерсть, а также твид, ну и другие текстильные материалы, которые создают нам определенный комфорт. Пальто свободного кроя идет практически всем девушкам. Главное – правильно подобрать расцветку и длину. Если у нас все-таки более такая полная, плотная фигура, то мы можем позволить себе более мелкие рисунки. Но девушкам с более изящной фигурой подойдет рисунок уже более крупного масштаба. Стандартная длина пальто – это ниже бедра и выше колена. Но девушки с более такой изящной фигурой и высоким ростом могут позволить себе и максимальную длину. Очень актуально в этом сезоне комбинировать кожу и текстиль. Однотонное пальто дополнит яркие аксессуары, например, шейный платок.